Здравствуйте, мои дорогие девочки! Вижу, вы присоединяетесь во всех соцсетях. Так, вижу все. Читать сегодня ничего не смогу, но как в песне поется, радовать. Хочу сегодня тебя сегодня радовать. Ну вот, хотела бы вас сегодня порадовать, действительно порадовать. Вот, но... Случилась у меня небольшая неприятность, у меня лопнул сосуд в одном глазу, вот, чтобы вас не пугать, поэтому у меня будет такой летний прикид, потому что сумки универсальные, наверное, все-таки больше летние, вот, но как пела в детстве моя дочь, неприятность эту мы переживем. Спасибо, что много клиентов, друзей, врачи все проверили, сказали, все будет хорошо, нужно немножко подождать, поэтому извиняюсь, вот буду сегодня в таком прикиде, нашла самые светлые солнцезащитные очки, чтобы видно было и чтобы, скажем, дать возможность прийти в норму белку глаза, поэтому давайте, вот пришли вот эти красивые сумки, и, конечно, не могла вам их не показать, их пришло очень много, это коллекция этого сезона, миланского бутика. Именно летние, свежие, не то, что было там 2-3 сезона назад, а это пришла коллекция этого лета со скидкой. Вот она уже отыграла, скажем, свое в бутике, и, соответственно, теперь вот ее предложили вам непосредственно прямо из Милана, из бутика. Когда мы делали эфир с фабрики, этих сумок не было. Их мне прислали из Милана, когда закончился сезон. И вот, конечно, могу сейчас вам вот такую красоту предложить. Да, не вижу, правда, добрый вечер, вижу, что вы пишете. Но не совсем вижу, то есть что-то вижу, что-то не вижу. Вот, поэтому думаю, что, как сегодня тоже мне звонили несколько клиентов, покупательниц. Вот Лена звонила по поводу перчаток, говорю, да вот у меня тут незадача вышла. Мне люди сказали, что мы вас и так любим. Просто, наверное, когда многозадачность, человек рассеянный. Ну, вот так и получилось. Так что давайте приступим. Да, вот эту красоту хочу вам вот такую предложить. То есть сумки уникальные. Не устаю это повторять для тех, кто любит себя, любит что-то необычное, не такое, как у всех, красивое, качественное, не растиражированное. Именно эта коллекция была сделана умной девочкой Виолеттой, которая росла на моих глазах, которую я очень люблю, которая нам сделает еще сюрприз. Я очень надеюсь, что... Тут теперь уж не знаешь, что ждать, нога-то глаз... Вот, что моя поездка удастся, даже не говорю, когда я поеду. Вот, она вам представит новую коллекцию, новую марку. Эти сумочки все были разработаны Виолеттой, она сама их носит. И она делала несколько пати. Это миланский бутик, находится он в миланском модном квадрате. Это 4 улицы, на которых находятся магазины бренда высокой моды. Я уже теперь смеюсь, что это стало легендарным, когда я шла в этот по Виа де ла Спига. Там именно всегда стоит камера, и то, что вы видите, Street Style Italy снимают именно напротив Романа Шермино, и, видимо, поскольку я шла в пальто этой марки, то как раз-таки меня засняли, и вот это Монте Наполеоне, Виа де ла Спига, там находятся все брендовые магазины, посчастливилась фабрике, которая называется не Марина Криозони, а Trade House, получить там магазин, и вот постепенно сначала разрабатывали мы все это, скажем, Вика с Виолеттой, где-то спрашивали мое мнение, то есть я была транслятором вашего мнения, теперь это уже коллекция Виолетты, она вам ее показывала, когда мы делали эфир из Милана, вам очень понравились эти сумки. Вот, соответственно, если что-то вы хотите приобрести, пишите, пожалуйста, в WhatsApp, в наш рабочий WhatsApp. Всегда забываю сказать, для тех, кто вновь присоединился, очень много людей говорят, давно вас смотрю. Спасибо вам большое, мои дорогие, за такую высокую оценку моего труда, за те добрые слова, которые вы мне говорите, за слова поддержки. Вот, и у нас есть шоурум в Москве, именно, повторяю, шоурум для, скажем, я все подробно, детально рассказываю, показываю, объясняю.
из этого шоурума, мы отправляем посылки и, скажем, выдаем заказы или что-то предлагаем приобрести тем, кто живет в Москве. Вот, соответственно, находится он Вавилова 4 напротив торгово-развлекательного центра Гагаринский. У нас есть рабочий WhatsApp +7 964 729 1112. Я всегда под текстом размещаю все наши данные, координаты магазина, адрес, WhatsApp, доставку. Доставка у нас только с ДЭК по договору ИП. Оплата для вновь присоединившихся клиентов первый раз при выставлении счета на мой расчетный счет. К сожалению, физически я не могу сейчас пообщаться с каждым человеком, кто сделал заказ первый раз, поэтому, чтобы не было у нас игры в магазин, чтобы понимание было серьезности намерений, мы не работали в пустоту, то есть вам выставляется счет, и вы оплачиваете на мой расчетный счет ИП. Ничего потом не меняется, вы можете точно так же потом оплачивать при получении. Вот, тем более сейчас это перчатки, ну вот практически с гордостью, говорю, правда, с гордостью, и здесь многие люди могут подтвердить, вот кто уже получил перчатки, сегодня Лена звонила, говорит, глажу и глажу, не удивляюсь, не перестаю ему удивляться, вот, что практически 95% прекрасно садятся на руку, размер подходит, все довольны, все радостные, но это все-таки такая вещь, которую надо мерить, сумка чуть больше, чуть меньше. Вот, поэтому идем вам навстречу. И, пожалуйста, всегда, если это YouTube, то слово «еще», три точечки, нажмите, выпадают все координаты. Во всех остальных соцсетях тоже. Поэтому показываю вам вот эту красоту. Я вот вижу, Ольга присоединилась, которая уже имеет вот эти эксклюзивные элитные сумочки. Многие клиентки, поэтому вам тогда вот эти клатчи понравились. И показываю вам вот эту красоту уникальную, которая продается в одном месте в мире. Говорю, без преувеличения. В одном месте в мире, в миланском бутике на Виа де ла Спига 42. Магазин называется Марина Чи Милана. И вот, поскольку сезон закончился, сделали скидку на эти сумки. И вот посмотрите, какую красоту я вам предлагаю. Вот какой шикарный комплект. Надела ваше любимое платье, собравшее столько комплиментов. Конечно, нарядила, вот посмотрела, как здорово смотрится. Посмотрите, мягкий летний ремень. Не знаю, почему не показывала, лето прошло. Есть такой молочный, есть такой бежевый, молочный и белый. Посмотрите, как здорово смотрится вот этот ремень с этим платьем. Да, тогда торопилась, не, скажем, не надела ремень. Посмотрите, как классно смотрится совсем белым. Это мягкий ремень. У него вот такой есть хвостик. Мне немножко великоват. Вот, но он протягивается, у него двойная пряжечка, серебро, есть золото, есть такой же молочный, поэтому демонстрирую уж на фигуре, на себе, вот такая красота на мне. И, соответственно, к этим ко всем клатчам можно подобрать, ну, у него ко всем есть перчатки. Вот, вижу, что вы со мной здороваетесь, добрый вечер, мои дорогие, рада всем. Вот вам. И, соответственно, давайте приступим к рассмотрению вот этих красивых сумок. Клатчей у нас этих много. Опять же, пришла вот эта сумочка, которой не было. Видите, вот эта красота. То есть, может быть, клатч немножко и летний, может быть, кто-то носит, но вот это уж точно. Вот, пожалуйста, всесезонная. Такая красивая вещь. Тоже нам добавили то, чего у меня уже не было. Сейчас, одну секундочку, я подумаю, как мне лучше сделать. То есть вот, опять же, вот эта сумочка пришла, которой уже не было. Вот посмотрите, какая красота. И сумка, и перчатки в одном исполнении. И если вы правильно помните, и если, господи боже мой, если я правильно помню, ну вот я вижу, я не помню, висят передо мной красные перчатки, теплые на подкладке. Я просто думаю, что сумок очень много, за один раз я не смогу вам показать, поэтому я, наверное, где-то что-то буду вот показывать вместе. Вот я разложила легкие перчатки осенние, поскольку на улице еще не холодно. А потом вам просто покажу, скажем, вешалку и немножко покажу, что осталось, потому что действительно сейчас на улице похолодало. Сейчас варежки, наверное, ну, скажем, более даже актуальны, чем, скажем, сумки, потому что стало холодно, и вы озадачились этим вопросом. И вот, кстати, сейчас сниму перчатку. Здесь нет, скажем, истерии по поводу того, что я показываю что-то с чем-то. Пожалуйста, мы дружим с Викой, показывай, что хочешь. Люди покупают, радуются, только лишь бы вы были рады. Что вот хочу показать, как раз сегодня пришла.
Ну, для тех, кто носит эти перчатки, люди действительно восхищаются. Для тех, кто, может быть, вновь присоединяется, опять же, прошу ревизоров, которые приходят проверить, так ли все красиво в магазине, как на картинке. Оно не только так красиво, оно еще лучше в реальной жизни, о чем пишут все наши клиенты. Вот, поэтому очень большая просьба с ревизией не приходить. Не потому, что мне не нужны новые клиенты, мне бы хотя бы толком, скажем, уделить внимание тем, кто со мной и 5 лет, и 10 лет, и 20, и 30. Вот, а то все сразу, ничего толком. Вот смотрите, вот эти перчатки. Им... ну, может, лет 6-7. По одной из них, не знаю по какой, наверное, по этой, она чуть более помученная. Да, проехала машина, то есть моя собственная. Я никогда не кладу перчатки на колени, чего и вам желаю. Вот правда, делюсь опытом. Когда-то еще в Харькове мы жили, у меня были красивые итальянские дорогие перчатки, длинные на меху. Я ехала в такси, положила их на колени. Потом я встала, забыла, перчатки упали. Естественно, я с ними попрощалась. Купите уже такие, то есть вот такие длинные на кролике. Ну, у меня не получилось, очень красивым узором. Поэтому это был урок, который я хорошо запомнила, никогда не кладу на колени. Но вот я въезжала в гараж, позвонил телефон, соответственно, тыкать его, чтобы нажать в перчатки не получается, я сняла, положила на колени, сделала то же самое. То есть я договорила, вышла открывать гараж, встала, перчатка упала. Машина, естественно, колесиком проехала по колее, выходить, гараж закрыла, перчатки нет, я про ней поехала. Вот, смотрите, вам показываю. Во-первых, вам повторяю всем, что эти перчатки отличаются тем, что они сильно не растягиваются. Видите, у них нет вот этого купола, парашюта здесь, как, допустим, такая рыхлая мягкая кожа, в которую легко одеваете. Вот как носится вот вещь, которой 6, 7, 8 лет. Я имею не одни перчатки, но эти я ношу очень часто. Почему? Они единственные у меня на шелке. То есть единственная пара перчаток на шелке. Поскольку я мерзлячка, у меня мерзнут руки, я практически ношу их всю весну и всю осень вожу в них машину. Потому что я сейчас ехала в машине в этих перчатках, потому что, ну, руль холодный, мне холодно, к сожалению, у меня Кашкай обычный, нет у меня Кадиллака. Я покупала последнюю машину английского производства, она была образцом в салоне, подогрева руля нет, поэтому... я обычный простой человек, вот без понтов. И вот смотрите, это вот перчатка, по которой проехала машина. То есть насколько вот хорошая кожа, не потому что вам рассказываю, что там нет, просто так случилось. Эту перчатку по ней никто не проезжал, она жила своей нормальной жизнью. Вот она была у меня просто на левой руке, обычно телефон тыкаем правой рукой. Вот смотрите состояние этих перчаток, которым, ну, я не знаю, 6 лет, 5 лет. Не могу сказать, честно говоря, но я их покупала давно. Вот, смотрите, ладошка, а вот, смотрите, верхушка. И вот я о том говорю, что они сильно не растягиваются. То есть они не увеличатся в два раза, но в этом их ценность. Что вот они через 5 лет, видите, они какой сохраняют красивый внешний вид. Нет вот этого парашюта, такая же вот блестящая кожа. И даже когда она намокла, я, конечно, расстроилась, потому что у меня не было в тот момент на шелке подкладок в наличии, перчаток в наличии. Вот, ну, соответственно, вот смотрите, высохла. Единственное, что может быть, ну, может быть, потому что правая рука, ну, вот немножко, а так вот, все идеально. Пожалуйста, пальцы, и вот я вам объясняла, красота перчаток, когда тонкая кожа самого лучшего качества, она очень прочная, поэтому сохраняет свой вид. И видите, идеально круглые пальчики, потому что правильная кожа, тогда нет углов. Вот вам демонстрирую, эту каждый раз забываю. Все живо, здорово, никаких этой, никогда вот так не делаю, все прекрасно надевается. Если палец в ширину растягивается, он немножко укорачивается в длину. Ну или же наоборот, можно немножко вытянуть, все, закон сохранения энергии и кожи есть. Вот вам все показываю. Вот, пожалуйста, моя любимая Нирвана, которая у меня в использовании практически все время, и руль кручу, и все делаю. Снег не чищу, честно говорю, одеваю старые перчатки, которые пальцы от ногтей прорвались, эти жалею, потому что шелковые одни, вот, и люблю их очень, прям нежно-нежно, поэтому вот вам результат ношения постоянного, вождения машины, теста лежания под колесом. Естественно, снег, когда был, это было уже холодно, под мокрым, грязным, высохло, все прилично. Вот, продолжаем показывать. Надеюсь, что все нормально, я вас не смущаю, глаз моих вы не видите. Ну, что делать, лучше так. Так, давайте перейдем вот к этим кладчикам.
То есть тогда вот он очень понравился вам, помните, это вот эта линейка с такими красивыми боковушками, здесь боковинками, у которой, помните, я говорила, что вот эконом-вариант отличается от сегмента премиум, вот именно вот это вот крепежом. То есть тогда мне говорила Виолетта, когда она эту сумку сделала, она, естественно, со мной делится, и вот сейчас она позвонила, радостный ребенок, ну, она не ребенок, она уже взрослая женщина, но как бы для меня... Ну, наверное, когда она маленькая была, растет, да, вот она мне: Ира, Ира, ты посмотри, вот что я сделала, тебе нравится. И вот я помню, когда она сделала вот этот бачок, она мне говорит: ну, ты посмотри, как красиво. Но ты же сама говорила, что сумку одеваешь, да, и вот это вот место, лицом человек на тебя смотрит, а ты видишь вот эту боковинку красивую. И вот, то есть она, помните, как она говорила, мама сказала, что если сумка красивая, но неудобная, это нехорошая сумка, она все это перенимает. Вот, и вот она сделала очень красивую здесь боковинку, и вот разница, да, эконом-вариант, сумки одинаковые, но боковинка разная, и вот эта боковинка, она делает сумку дорогой, премиальной, лакшери, потому что вот вы сейчас смотрите на меня, да, я стою вот в платье, как вот красивое, на белом, да, вот я была в субботу, воскресенье, в белом пальто, взяла себе белые перчатки, и вот такая незадачка у меня вышла, вот, и... Соответственно, вот очень красиво, когда у вас, то есть, что такое внимание к деталям, когда вот такая мелочь сделана идеально, и вот вы сумочку надели на плечо, да, и вот это место очень красивое. Вы же не стоите к людям вот таким образом, да, не разговариваете. Конечно, мы смотрим все на сумку вот так, но суть-то вопроса, да, так, конечно, красиво видят нас, но когда вот стоите вы с приятелями, с кем-то разговариваете, да, конечно, на виду вот это место. И мало кто уделяет внимание. Виолетта молодчина, она обратила внимание, она сделала целую линейку вот с такими красивыми боковыми частями, то есть именно вот внимание к детали. Здесь вот этот красивый кальф спекио итальянский, он мягкий, говорю вам, потому что знаю, продавала много лет сумки Дисона, если это кальф китайский, он жесткий. Этот кальф мягкий, он не то что мягкий, он вот мягчайший, он гнется, очень пластичный. Сумочка максимально удобная. Здесь достаточно большое внутреннее пространство. Кармашек, видите, вот вы на молнии. Для документов висит бегунок. Карман для телефона и мелких предметов на всей этой поверхности. Ну, без этого, наверное, уже вы знаете, что сумки этой марки, наверное, найти трудно. Вот, сумка красивая, неудобная, нехорошая сумка. Любимый карман Вики, именно она носит эти сумки, и ей нужен этот карман для телефона, поэтому она, естественно, делает их на всех сумках. Вот, она же вам говорила, я ношу свои сумки, тестирую, если неудобно, я что-то добавляю. Действительно, человек, могущий купить себе огромное количество, скажем, вот этих премиальных брендов, она всегда ходит со своими сумками, вы эти фотографии она делает, и мы часто ездим куда-то вместе. Каждый раз она приезжает и говорит: тебе нравится наша новая сумочка. Вот такая красота. И вот теперь я понимаю, почему мягко. Смотрите, как хитро сделано. Здесь кальф спекио, вот такой красивый. А здесь вот эта нежнейшая мягкая напа. И получается, что здесь мягкая кожа. Соответственно, если бы было два, скажем, слоя вот этого кальфа-спеки, она была бы здесь жесткая, да, дубовая такая. Она просто, вот смотрите, мягусенькая, да, вы видите, вот она легко гнется, мнется. То есть модный кальф. А новые какие сумки, вау! Из кальфа. Вот, кальф модный, но сумка мягкая, пластичная, удобная, красивая, модная. И, конечно, вот в этом красном цвете она не проходите мимо. То есть алый яркий цвет, цвет любви, цвет страсти. То есть, конечно, если вы в себе уверены и хотите обратить на себя внимание, с такой сумочкой вы, конечно, не останетесь незамеченной. Удобный размер, красивая сумка. Давайте я подаренным сантиметром, потому что все не буду мерить, но это целая линейка. Сейчас мы дорогие найду. Вот, они просто целая линейка этих плащей. Вот, и поскольку их еще нету, я посмотрю. Так, 27, 28, ну где-то 29-30 сантиметров. Я думаю, что самая широкая часть, то есть сумка достаточно вместительная, это больший размер, 29. То есть вот самое широкое место 29, то есть это достаточно вместительная сумочка. Так, 29,
Здесь 18. Прозрели глаза, то в очках все, ничего не вижу. Тут все читаю в солнцезащитных. 7. 29, 18, 7. То есть ручка здесь регулируется по длине немножко. Вот перестегиванием. Но все-таки это сумочка элитная, премиальная, с кармашком. То есть или на сгибе локтя вот так красиво ее носить. Опять же, есть и теплые перчатки к ней. Вот, то есть любой, пожалуйста, вот. Вариант, любой ваш каприз, вот у вас такой будет комплект, и зимние, осенние, летние, ну, летом варежки вам не нужны, но вот смотрите, как красиво эта сумка будет выглядеть с летней одеждой. Цена вопроса, уже со скидкой, не знаю, все ценники сделала, почему не прицепили, сказали, что не нашли. Куда положили? Так, сейчас я посмотрю. 29 400. Ой, девочки дорогие, не знаю, куда они положили эти ценники. Вот, может быть, черный. Нет, тоже 29 400. Чтобы посмотреть, все вчера распечатала. В общем, пишите запрос, потому что цены есть, я все сформировала, не знаю, почему на этой сумке. Она же есть как раз таки максимум размер. Делала цену на нее. Где-то, ну, наверное, она будет 32 тысячи плюс-минус, потому что маленькая 29. Не могу вам точно сказать. Где-то, думаю, около этого. Потому что что-то не нашли. Читать, наверное, не умеют слово «макс». Вот. И потому что формировала цену, знаю абсолютно точно и вбивала. Поэтому по запросу напишу. Ориентировочно где-то 32 тысячи будет. Эта сумочка. Так, ставим ее сюда. И вот, наверное, сразу, чтобы вам показать, сориентироваться, есть размер более маленький. Вот здесь вот, кто не любит бренды, вот малюсенький, тесненный. Вот здесь прям крошка, еще присмотреться надо. Маленький логотип. Вот есть, видите, вот, пожалуйста, вот они два размера. Вот он больше размер. Вот он размер меньше. То есть у маленького сзади кармашка нет, потому что, ну, просто если его сделать, то положить туда, ну, разве что только по размеру ключи. Вот большой, вот маленький, очень красивый, такой яркий. Если большой 30 сантиметров, то малыш... Не вижу, где сказали, что ценники лежат. Не вижу, где лежат. Так, чтобы прикрепить. Так, малыш получается 20... 4, ну 25 где-то, на 5 сантиметров меньше. Вот малыш получается 25. Магнитится сантиметр, потому что магнитики. На 16. Вот маленький 25 на 16, если тот 30 был, это 25. Устройство у него такое же. То есть вот здесь бумаги нет, вместительный. Вот он, телефон и мелочи с этой стороны, два кармашка. Здесь для документов, для паспорта. Все так же хорошо сделано. То есть вот он мягенький, да, вот два магнитика вот здесь. Видите, все убрано, все в кожу убрано. И здесь вот смотрите, дырочка, да, обычная мягкая кожа. Все, скажем, кальф не даст закрываться. Вот все убран магнитик в мягкую кожу, да, вот таким образом закрывается. И вот сумка-малышка. Вы можете вообще, ручка эта вот она снимается. Она же здесь вот на двух этих гвоздичках. Вы можете снять и носить ее вообще как вечерний клатч. Вот как раз-таки собирала Синди Кроуфорд с дочерью, у которой тоже она стала моделью. И вот идет Синди во всем черном, красный, вот такой яркий клатч. Именно вот приблизительно такого вида. И девочка идет с сумкой Бургундия, маленькая, вот похожа на Виолеттины Куба. Я имею в виду, что маленькая сумка на ручке висит на плече. То есть это вот топ-модели, мировые знаменитости. Вот у вас будет такая красота. Шикарная, роскошная сумка, премиальная, можно снять. Еще, опять же, вопрос, можете сюда надеть цепочку. Сейчас пришли цепочки, и опять же, чем хочу вас порадовать. Ой, убирала бумажки, ну, чтобы не царапались. Вот этой красотой. Надо было, хотела с этого начать. Ну, вот опять же, смотрите, кто долго ждал это все. Вот она, вот эта красота. Вот. Сама ношу, это уже, видите, без этикеток, это мои собственные браслеты. Я их тоже ношу везде и всюду.
Вот носят их клиенты, все приходят, смотрю. Носят все мои друзья, кому подарила. Все практически с этими браслетами. Вот он серебряный. Вот он платина. И вот, смотрите, сделали золото. Вот показываю разницу просто. Три как бы мне. Вот она платина. Это серебро. Это пиомба. Это пудра. Рамы. Почему-то. Вот оно серебро, вот платина. Вот у итальянцев, видите, платина вот такая. У нас понимание платины, что она белая, да? Это вот серебро, это вот платина. Вот она, а вот золото. Оно более желтое. Я спросила, Вика сказала, что тоже получилось красиво. Оно более желтое. И вот черный матовый. Камешки у всех. Металл, в который вставлен камешек, здесь он не приклеен. Это цепочка. Вот прям как цепочка лапки, цепочка лапки, идут стразики. Это стразы, кристаллы Сваровски. Это не просто стразы, это кристаллы Сваровски. И потом их вот вставляют вот так вот в кожу. То есть вот они, обратная сторона. Видите, сюда за... Сейчас я покажу свой, сниму вот так. Потом надену обратно. Вот она, обратная сторона, то есть вот так вот кожа идет, да, здесь вот вторая сторона, делают дырочки машинка, чудо-машинка Джанмарко, которая делает для бренда высокой моды отделку, потому что эта чудо-машинка может чудеса делать. И потом вставляются сюда вот эти стразики, запаиваются и, в смысле, заклеивается два слоя кожи, и получается, что там вот это идет цепочка страз внутри. Вот, соответственно, вот эти лапки все металл. Желтенькие, то есть весь металл желтенький. Вика покупала именно для меня. Я прошу, она для меня покупает. Соответственно, видимо, там как-то, я не знаю, покупают их в Австрии. То есть она же говорит, что вот нужно, чтобы сделать тебе браслеты, нужно купить, заказать из Австрии вот эти кристаллы Сваровски. А соответственно, видимо, может быть, какой-то минимальный размер одного металла. Там три кусочка не продают. Поэтому вот здесь все лапки. Сразу, кто спрашивает, упреждаю ваш вопрос, что сам металл вот этих лапок, он желтенький. Вот у меня на браслете он тоже вот желтенький. Вот так поближе я сюда во все покажу. То есть мне нравится, я ношу, вот у меня желтенький. Кому-то там что-то помню, в прошлый раз кто-то сказал, что вот к серебру, ну вот как есть, так есть. Я рада, что нам их шили, заказывают специально для нас, делают для нас по моему запросу. И озадачьтесь, пожалуйста, к Новому году. Это, во-первых, чудесный подарок, потому что всем вы можете угодить, если не ошибаюсь, ценник у него 5000 рублей. Вот. Вот сейчас Вика делает сразу, если, допустим, стразики эти, они не выпадают, вот этот у меня браслет старый, он более, скажем, долго используется, здесь все стразы на месте. Вот в этом где-то что-то выпало, видимо, я бы что-то ударила, и вот она сейчас, видите, стала делать, ну, вот запасные стразики. Если вдруг, не дай бог, выпало, то, пожалуйста, вот камешек есть, можно самим вставить, если вы рукодельница или же нет, мастерскую пинцетиком он просто вклеит туда, ну, кто как носит, и всякие ситуации бывают, как и ремни. Может, напряжку носить 10 лет, а если она, например, в туалете, уж извините, снимаете брюки и ударяется пряжка, то, естественно, в кафельный пол те же стразики, они не корунды же, они все-таки кристаллы Сваровски. Так что вот эти браслеты, вот они есть. Пиомба более темный, серебро более светлый, пудровый. Вика говорит, это мой самый любимый цвет. Платина, черный, матовый и золото. Более яркий цвет. Вот такая красота. Как смотрится, все сверкает, все горит. На руках вы жестикулируете, обращайте на себя внимание. Я люблю эти браслеты, вот они на мне. Так, теперь эта сумочка, малышка. Значит, она у нас есть в таких красивых цветах. Вот он, самый модный цвет сезона. Говорили об этом. Роберто Гандольфи, Виолетта Марцалетти, Вика Литовченко. Все практически, опять же, я не помню, как у Синди Кроуфорд, Карайя или как зовут девочку, не помню. То есть все говорят, что бургундия – это самый актуальный цвет сезона. Вот вам роскошная бургундия. У меня из этой бедной бургундии остались только совсем-совсем маленькие вот такие вот перчатки, малюсенькие остались. Вот они в бордовом цвете. На маленький размер. А вот поэтому сейчас
другого ничего нет без подкладочного. Ну, вот такая красота, не буду отвлекаться сейчас на сумке, потом покажу вам всю вешалку. Модель та же, я вам все показала, размер 25, вот то же самое сделано. Видите, вот, если эти сумки, логика, всегда для меня действует логика. Магазины рядом все, Шервино, кто там, Маскина был, я проходила мимо Прада. Все, и люди идут. Понимаете, чтобы это покупали, это должно вызывать интерес, заинтересованность у людей. Помните, эфир вели, остановились люди и смотрели на вот эти сумки, сердечки, которые стоят на бачке. То есть эти сумки, поскольку марка новая, они должны быть лучше сделаны, чем бренды, скажем, высокой моды, более интересные модели, да, великолепное качество, чтобы в конкурентной борьбе, конечно, они побеждали. Поэтому здесь вылизано, все отточено до мелочей, все сделано идеально, у Вики не забалуешь. Знакомы мы, слава богу, 25 лет, даже больше, наверное. Там, что в доме, что на фабрике, что везде. Вот так, все ходят строем. Даже иногда, если что-то я закопаюсь, то тут может прикрикнуть даже на меня. Так что здесь все идеально сделано. Вот, можете, вот, пожалуйста, малышку Бургундию модную купить. Опять же, ручку можно снять. Можно, она вот так смотрится, сумочка премиальная. Если уж длинный ремешок нужен, пришли, наверное, цепочки, потому что вчера вбивала це такое, удлинители. Можно сюда надеть цепочку, и будет просто длинная ручка-цепочка. Можно и вот эти вот пришли с, господи, со звездочками, что не найду сегодня, покажу в следующий раз. То есть, опять же, вот этот вот обвес, который вот сюда, можно надеть цепочку именно с логотипами вот этой марки. Вот она сейчас пришла, спрашивали у меня там по цене. То есть можно и носить ее как ручку, будет она красивая, эта сумочка с цепочкой. Можно просто вот сюда ее прикрепить, и будет у вас вот здесь такой красивый обвес вот с этими сердечками Марины Криозуми. Если вот сейчас тут попадется она мне на глаза, то я вам покажу. Так, теперь, конечно, классика жанра нашего российского — черный. Вот посмотрите, как в этом красивом кальфиспеке смотрится красиво эта сумка, потому что она не грустная, не скучная, да, она такая вот, скажем, глянцевая кожа, да, очень красиво смотрится из-за этого вот глянца. Ну и опять же плюс, вот смотрите, мягусенькая, модная, то есть сумка модная, но не дубовая, ну, не подберу другого слова, да, не жесткая, в которую вы, конечно, идете вся такая модная, да, а туда руку не засунешь, молния, нет, здесь вот все вот играет, все вот мягенькое, все комфортное. Говорила я вам, что Виолетта, как раз я была там в Черетанове, Виолетта делала пати звезд шоу-бизнеса, приглашала, дарили вот эти сумки, они с ними фотографировались, она потом выставляла фотографии, очень понравились эти сумки, соответственно, они потом присылали своих знакомых, подружек, и Вика, Виолетта говорит, что вот этот Куба сумка, у нее все спрашивают, она сделала такие классные клатчи, сказала, не рассказывай, ну, рассказать на пальцах я не могу, какая сумка, но вот опять же вам, как бы сказать, предпоказ, что если с Божьей помощью все нормально будет с моей поездкой, то мы вам презентуем новую коллекцию уникальных сумок, которые были только в Японии, понравились там всем, вызвали ажиотаж. Вот говорю, возьми меня с собой в следующий раз. В Сингапуре я побывала, хочу тоже в Японию. Мне интересна культура, страна, и все, в следующий раз поедешь, возьми меня с собой. Ты уже как там была, знаешь, куда идти, что ехать. Может быть, мне посчастливится и там побывать. То есть вот такая черненькая. Черненькая маленькая, это которая 25 сантиметров на 16. Вот такая красотка, вот с такими ручками. И пришли, кто спрашивал, кальфы вот эти большие. Сейчас их покажу. Так, сейчас я тут сама сориентируюсь. Ага. И вот смотрите, какая красивая, какая сумочка пришла. Уникальная для зимы, для лета. Прям цвет льда. Металлик. Очень красивый перламутровый. Вот он такой, видите, вот прям надеюсь, что я могу вам показать. Да, вот играет цвет перламутровый металлик, который на все случаи жизни. Вот вам и браслет, вот вам и эта сумочка, и она и в зиму, и в лето, и к белому, и к черному. Представляете, как будет красиво к черному платью, да, смотреться, как вечерняя сумочка. Вот такой клатч, который всегда нужно иметь в хозяйстве, асимметричной формы, идеально скроены, сделаны, красивый бачок, асимметричная застежечка, малюсенькая Марина Чемилана такая вот.
Божечки мои, господи, да что же заряжаем спящий каждый раз. Вот мне очень нравится этот цвет, ну как-то, я не знаю, красный меня немножко забивает, у меня просто природные такие пастельные, все спокойные тона, да, волосы, лицо, там естественный мой цвет. Ну вот, а такие я, это мои любимые, вы знаете, что металлики это моя слабость. Вот вам, пожалуйста, металлик. Так, цену я сейчас скажу, тут этикетка есть. Маленькие стоят 29 400. То есть вот эти малыши, вот они 29 400. Я стараюсь всегда называть цены, кто-то прослушает, потом говорит, вы не называли, ну или я прям должна только сумку показать, цену назвать, я не про то, а я поговорить. Вот, значит, вот малыши 29 400, большой, наверное, где-то 32 тысячи стоит, могу ошибаться чуть-чуть, напишите, я вам скажу, как будет по цене. Так. Ага, давайте вот, наверное, сразу к бачкам. Я про бачки вам сказала. И я вам вот как раз-таки покажу эту линейку. Девочки тут мне аккуратно ставили. Я сама не брала бумагу. Вот, я сейчас вам покажу. То есть эта линейка, вот у нее, видите, вот, то есть если там получался, вот она из трех сумочек. То есть вот этот клатчик. Такая же у него боковинка, видите, вот абсолютно такая же, бачок такой красивый, стильный. То есть эта сумочка такая для выхода, для тех, кто девочка-девочка, кто не носит 10 килограмм, как некоторые. Вот. Потом идет вот такая сумочка, сделана немножко по-другому. То есть линейка та же, видите, вот он этот красивый бачок. Мягкий кальф. То есть здесь сумка мягкая, модная мягкая, поскольку вот он этот же мягкий кальф. И вот она уже полноценная, большая сумка с тем же бачком. Вот у нее уже вот такой большой размер. То есть здесь уже много поместится. Опять же, вот этот красивый, вот это вот идет, здесь перестегиваются ручки, можно удлинить. То есть она снимается с этих гвоздичков и перестегивается на последний. Ручка делается немножко длиннее, карман сзади. Ну, конечно, молния. Внутри карман для документов, для телефона мелких предметов. Средние перегородочки нет. Целлофановый мешок в замок затолкали. То есть вот сделан кармашек для документов. Вот он, бегунок, болтается на молнии. Все так же. Большие карманы хорошие. Вот на полусумке для телефона, для мелочей. Все очень максимально удобно. И вот кальф, вот он, видите, мягкий вот. Сумка широко открывается, все видно здесь, не надо ничего там нигде ковырять, она не дубовая. Сзади есть кармашек на молнии, сейчас вам скажу, если не ошибаюсь, 26 тысяч она стоила. Вот, так, сейчас. Ага, сейчас она будет стоить немного дешевле. Где-то будет стоить 22 тысячи эта сумка. Вот такая будет красавица. У вас черная. И есть серая. И вот такой красивый цвет. Он называется смог. Дым. Вот к этой сумке есть такие же ремни. Цвет смог. Я не знаю, наверное, не проберусь туда. Я забыла, подождите, девочки, чтобы было чуть-чуть больше света. Вот, я сейчас включу. Так, я задвинула просто диван. Не попробую, подождите, не проберусь. Примерно. Да. И вот, пожалуйста, вам ремень. Я только не вижу металл белый здесь-то. И вот точно такой же цвет у ремня. Называется смог. То есть ремень, конечно, не кальфовый, но цвет кожи абсолютно такой же. Потому что, ну, кальфовый жестковат будет такой ремень. Я не знаю, раньше черные были такие. Пока еще ремня нет, но вот есть точно такой же ремень. Есть и более круглые пряжки, я вот вижу, отсюда лежат. Есть и
скажем, квадратные пряжечки, вот такие вот, без страз, без ничего, по стилистике прекрасно подходит к этой сумке. И вот так у вас будет красивый такой комплект. Вот, так что вот такая красота будет. Вот она черная, такой же бачок, и вот универсальный цвет. Эту сумку можно носить и зимой, и летом. То есть она не угрюмая будет у вас и в летний период, вот такая красавица. И будет вам служить верой и правдой и зимой, и летом. Хотите вот классику черный, будет вам черный. Или вот более универсальный, вот такой цвет, он серый, розоватый. Вот именно дым, немножко с розовинкой. Две вот такие кроссовки. Вот они две большие. И вот они такие же сейчас. Чтобы видели, я вот сейчас секундочку положу. И две маленькие. Вот увидите сами, они стоят, у них прямые кармашки сзади. Как красиво смотрится вот эта боковинка у меня. И вот два малыша. Тоже, пожалуйста, думайте сами, решайте сами. Хотите черный, хотите смог. Ну и вот, конечно, пожалуйста. Что вот, смог, серые были перчатки какие-то похожие. Я не знаю, не буду сейчас искать. Вот смотрите, какая красота. Будет вот такая же стилистика, да, вот с заклепочками, например, да, черные, осенние такие красивые перчатки. Хотите вот эти плетенки, как будут, а вот это как будет красиво смотреться. Смотрите, варежка вот в такой стилистике, да, классно. Плетеные как будут. Красиво, вот я себе тоже взяла плетенки. Это, думаю, у вас у всех есть, а у меня вот таких перчаток нет. То есть вот такая красота черная, как будет здорово смотреться. Похоже, что большой размер, тут чуть 7,5, зато легко наденется. Сейчас великовато мне будет, но зато быстро надень. Вот смотрите, как красиво, да? Даже вот очки темные, сумка, варушки. Вот так стильно. Вот так вот, как красиво. И бачок вот этот красивый виден. И перчатка вот такая тоже, когда вот рука у вас видна, да, вот здесь. Вот, вот такая будет у вас красота. Так. Сюда. И вот можно, ну, коричневый, серого. Я не вижу, что-то есть. Я не буду просто тратить время на то, чтобы где-то у нас там были вставочки. Ну вот, может быть, вот так вот. Смотрите, кстати, вот есть к черному. Смотрите, как красиво. Вот здесь вставки из такого черного лакового питона. Перчатка обычная, матовая, да. Вот здесь лакированная сумка и лакированная вот такая вставка. Будет вот так красиво у вас. Вот такая красота. Ну и опять же будет хорошо смотреться, например, вот нерпа, она блестящая, да, сам мех нерпы. Вот смотрите, как с этим кальфом будет красиво смотреться, скажем, перчатка с нерпой. Вот видите, здесь кожа тоже глянцевая, она обычная, мягкая. Но вот когда вот мех нерпы, и будет вот так хорошо очень смотреться, потому что мех блестит. Будет немножечко перекликаться с сумкой. Ну, это вот коричневое больше. Ну, давайте попробуем, как это будет выглядеть. Наверное, тоже красиво будет. Вот, вот она, сумочка и перчатки. Они такие серо-коричневые, но вместе тоже хорошо смотрится. Вот такой будет классный у вас комплект. Так, ставим на место эту красоту. Не знаю, может быть, надо было с этих... Кубы, любимые сумки Виолетты, начать. Вот они пришли. Ага, я еще вам все показала. Вот в этой же линейке, как я показывала сейчас черную сумку, есть вот такая красотка лед. Просто вот льдинка. Вот смотрите, какая красота в ледовом прям исполнении. 20. Так, вот эта сумка. Это вот коллекции те предыдущие. Это вот совсем новая коллекция. То есть вот эта этикетка 28 300. Все черные дешевле. Вот это вот она прям вот коллекция этого сезона.
маленький логотип. Видите, вот так все красиво. Сумочка стоит 28 300. Вот в таком красивом цвете лед. Кальф, молния. Смотрите, какая красотка. Кармашек сзади, закрывается на молнию. Вот такая красота. И в зиму, и в лето, на все случаи жизни. Ручку можно снять и просто ходить, как нарядный клатч. Можно цепочку надеть. То есть на все случаи жизни. Так, теперь вот такая красивая сумка. Цвета лес. Зеленый лес. Боско Верде. То есть сумочка зеленый лес. Это не кальф. Это мягкая такая кожа. Тоже вот коллекция бутика, когда мы показывали. Принцип тот же. То есть кармашек сзади. Закрывается сумочка на молнию. Карман для документов, для мелких предметов. Сейчас гляну цену ее, этого зеленого леса. 33 700. Это уже цены со скидками. Вот, потому что все эти сумки стоили в районе 450 евро. Вот, это уже сумочки со скидкой. Здесь мягкая кожа, вот это Олимпия. То есть это та кожа, которую вот мы вспоминали с Викой, что была раньше, Олимпия. Вот такая красивая премиальная сумка. Вот, пожалуйста, в этом свете. Здесь тоже очень красиво сделано крепление. И мне кажется, что здесь длинный плечевой ремень, потому что эти сумки перестегивались. Да, здесь я права. Почему здесь и цена выше? Потому что здесь есть длинный ремешок. То есть есть вот такая ручка. А есть вот еще кусочек ручки. И сумка делается длинная. Ручка. То есть работает это вот так. Эта штучка расстегивается. Сюда вот протягивается. Сейчас трансформер. Вот сейчас мы тоже разговаривали. Виолетта говорит, все как ты любишь. Трансформеры и так можно, и так можно, и так можно. То есть она говорила про новую коллекцию. Ну и, как бы сказать, мы здесь единая философия, что кто-то любит короткую ручку, но всегда должна быть длинная ручка, разные жизненные ситуации. У кого-то детки есть, кто-то в магазин за покупками пошел, нужно руки в дороге освободить, у вас есть такая возможность. Вот. И, соответственно, становится более утилитарная, более универсальная вещь. То есть вот застегиваем, пристегиваем этот кусочек. Очень красивая здесь фурнитура. Сейчас я протяну вот эту шлевочку. Легко, просто на весу, не очень удобно. В шлевку просто сама не входит ремешочек. Сейчас я сделаю. Несложно застегивается. Вот. Запах у этой кожи. Я прям стою с удовольствием. Ой, запах. Так. Сейчас, секундочку. Вот так. Ну вот, пожалуйста, брюки превращаются в шорты. Сумка становится кроссбоди. Вот длинный плечевой ремень. Хотите так, хотите так, хотите так. И здесь красиво она соединяется. Вот посмотрите, какая красивая фурнитура вот здесь, чтобы всем было видно. То есть вот пряжечка, ну поскольку Вика занимается пряжками, это, естественно, ее стезя, ее специализация. То есть здесь такая же красивая пряжка, здесь. И даже, видите, удлинение ручки, посмотрите, какое красивое и необычное. Видите, как классно сделано. Не просто такая, ну скажем, традиционная, да, тривиальная. Вот даже посмотрите, вот произведение искусства. Посмотрите, как здесь классно сделано и как здесь классно сделано. И вот вам, пожалуйста, делается сумочка уже на длинном плечевом ремне. Кто-то, может быть, высокого роста, да, будет вот так ее носить. И вот, пожалуйста, хотите на плече, хотите через тело. Так, в этих, если я не ошибаюсь, в кальфах нет длинных ручек. Они только перестегиваются. Нет, здесь они перестегиваются по длине, вот эти боковинки. Здесь только так. А те уже вот следующего года были, они уже сделаны с длинным плечевым ремешком. Так, теперь вот такая сумочка. Я думаю, что здесь есть тоже длинный, наверное, ремешок. Вот он, видите, вот такие у нас были коричневые. Здесь черная вот эта Олимпия. И в комбинации с крока черным. Кармашек сзади. Сумочка закрывается вот здесь на молнию. Здесь ремень перестегивается, удлиняется.
Также принцип такой же сделан вот этими красивыми такими пряжечками. Маленький уже логотип. То есть тут уже тюнинговала виолета. Вот, соответственно, логотип аккуратно маленький. Внутри вот кармашек для документов на молнии. Все также сделано, принцип тот же. Два вот больших кармана, не маленькие, а вот на полсумки. Большие карманы, красивая вот эта глянцевая кожа Олимпия. Так, сейчас посмотрим этикеточку. Вот. Сумки все бутичные. Так, сейчас глянем. 21 тысяча. Вот такая красотка. Черная, уникальная. Пожалуйста, сумочка из Милана. Вам будет привет из Милана. Будете носить и вспоминать, как когда-то ездили туда на экскурсии погулять. Вот такая красота. Солнышко. Хорошая погода дома. Для меня это Фиера Милана Ро. 4 дня ногами. Мозг вскипает, зато все новое, красивое, интересное. У меня с этим ассоциируется дома и Фиера. Вот, это вот такие сумочки, значит, красивые. Так, ой, даже не знаю, с чего тут вам начать. Давайте, наверное, вот эти, буду показывать вам красоту, вот эти красивые клатчи. Вот смотрите, какая красивая сумка, какой красивый клатч, который должен быть в хозяйстве у каждой уважающей, любящей себя леди, чтобы пойти в гости на праздник, на день рождения, на свадьбу. Вот я говорю, что мы вот тут разговаривали с одной приятельницей, вот пригласили на свадьбу, сумки сами продаем, сумки нет, потому что все, баулы, я имею в виду большие, ой, вспомнила, не с чем идти. Ну вот такая сумочка, она действительно, это как брендовая вещь, которую в мешочек убрали, положили, она лежит, ждет своего часа. Тут праздник у вас, тут день рождения, свадьба, вас пригласили, вы, пожалуйста, вот так отправились с такой красивой вещью. Помните, как говорила мне Люба, рассказывала, что она пришла за сумкой другой марки, увидела вот это серебряное сердечко, и это был, видимо, какой-то корпоратив, ну, наверное, топ-менеджеров какого-то банка, потому что она говорит, что я была просто хитом программы. Серебристые туфли, серебристое сердечко, люди все видели. Коллекции Шанели, Габан, Витонов, всего. А такой сумки никто не видел. Она говорит, все подходили и спрашивали, какая красота, где ты такое взяла, потому что видно, что сумка дорогая, вылизанная, качественная, но никто не видел такой сумки. То есть всем было интересно. Этот все открыл компьютер, сайты, да, а этого нет. Классно, красиво, классно, необычно. И также вот мы, когда готовились к эфиру, стоят эти сердечки вот так на бочках, люди идут мимо, да, останавливаются и смотрят, потому что она необычная, и сумочка стоит на бочке. А тут вот такой клатчик красивый, тоже из той же мягкой кожи, идеально скроен. Вот видите, я прям ее с такой любовью держу вот в руках. Да, он такой вот классный, плоский, вот прям... Я его в руки взяла, знаете, у меня ощущение праздника. Такое чувство, что завтра Новый год. Я иду, вот нарядилась, да, иду. Туфли, платье. Вот как-то тут еще это платье, да, стою на каблуках, да, вот это все обычно. Но я много работаю, и Новый год я люблю в теплых краях встречать, да, и вот я прям... Очки надела, платье, клатч, иду сейчас, вот прям будет пати, гала, концерт, да, и Новый год. Вот ощущение вот такое у меня с этим клатчем сейчас, поэтому вот я, ну, я, наверное, сама, что я есть, то на моем лице написано, да, несмотря на этот бедный глаз. Вот понимаете, вот какие эмоции вызывают эти сумки. Вот я взяла в руку, у меня завтра Новый год, да, Доминикана какая-нибудь, Мексика, солнце, море, отдых, и лицо расслабляется само. И когда вот такие эмоции сумки несут, это классно. Вот надо, кстати, мне самой, потому что у меня сумка такая парадно-выходная. Ну, или клатчи вот эти, но не парадно-выходные, черные с серебром. Или же когда трепани, золотая сумка, золотые туфли. Но она место занимает. Это, смотрите, место не занимает. Плоская. Я посмотрим сейчас, как ручки устроены. Карманчик Викин. Ага. Мягузенькая. Вот она, красотка. Мягенькая, красненькая. Все подобрано. И есть тут всяко разная красота. Так, конечно, карман для документов.
Ну уж не устаю повторять, сумка красивая и неудобная, не сумка, вообще нужно на помойку сразу нести. Вот. И вот смотрите, как здорово. Во-первых, сами эти колечки, господи, карабинчики. Сзади я уже устала, правда. 19 августа, как зомби. Каждый божий день мне уже нужен перезагрузка, отдых. Вот так. Ну, наверное, так не знаю, но при желании, пожалуйста, можно и так. Нужно ли это делать, вопрос возникает. Ну, кому хочется, пожалуйста. Если вдруг пошли с детьми, ребенок маленький плачет, его нужно взять на руки или там чего-то, все. Вот, пожалуйста, можно и так, чтобы не падал. Будет так падать, пожалуйста, надели вот так, и все, у вас ничего не падает. Ремешочек мягенький, маленький. Опять же, помните, что сюда можно прикрепить цепочку. И есть еще вот такая красота, стильная, элегантная петелька. То есть надевается, она продевается вот сюда в дырочку. Я уже вам показывала, помните, были со стразами. Где-то я просто вчера вбивала, и со стразами есть. Сейчас, один секунд. Дайте мне тут самой разобраться. Ну, вот не роскошь ли. На фоне белого платья, такого плесцированного. И вот народ будете вот так развлекать и удивлять. Вот вам, пожалуйста, стильная, классная вещь. Вот так она надевается на руку. Как вам удобно застегнете. Вот, пожалуйста, вам и браслет, и вот эта петелька, и вот такой красивый яркий клатч. Вот как будет красиво с черным. Вот все взять. Черное платье, черные туфли, черные колготки, черная сумка. Ни славы, ни памяти. А вот с такой пойдете. Сразу все будут как на светофор оборачиваться. И вот так вот она у вас будет стильно, классно вот смотреться. В театр. Я мечтаю. Вот. И вот такая красотка. Так, что у нас тут? Цене вопроса. 27 200. И вот кто покупал эти сумки, помнит, что они стоили намного дороже. Около 40 тысяч. Так что вот, пожалуйста, теперь скидка. Это уже я называю все цены со скидкой. Потом пишу, что распродажа, пишут, что половина цены, вы не пишете. Нет, это уже цены со скидкой. Уже все посчитанные цены. 27 200 вот этой красоты. Вот у нас есть красный. Так. Есть вот такая красота. Посмотрите, игуанка. Я не знаю, какой из них лучше. Если вот это кальф спекер, это немножко потемнее, это такой цвет Cartier. Этот вот прям алый, яркий. А вот этот вот игуана, вот она, теснение под игуану. Ну вот, красотища, да и красотища. Вот такая красота. Это уникально. Больше этих сумок не будет. Это коллекция этого сезона. В следующем сезоне Виолетта их не делала, они сделаны по-другому. Там уже такие они повседневные. Кому нужна вещь такая, ходить в люди надолго. Вот это будете ходить в люди надолго, потому что таких ни у кого нет. Купили бы в этом году, купили бы через 5 лет. Вот такая красивая вещь. Посмотрите, как классно с белым смотрится, как здорово с красным смотрится, как с черным, с серым очень красиво будет смотреться. То есть на все случаи жизни здесь еще просто роскошная вот эта игуана. Я говорю, надо хоть себе оставить, а то потом вспоминаю, в последний вагон впрыгиваю. Вечно оставляю, когда уже вспоминаю, что нет. Принцип тот же. То есть вот он длинный, этот ремешочек. А, тоже такая же петелька из такой же кожи. Все тоже. То есть вот все лежит. Видите, муха не сидела, все идеальное. Вот все лежало. Все, пожалуйста. Закромы родины были. Мне закромы родины все отыдали. Я сказала, давайте все. Что осталось у вас там? Так, 32 800. 32 800. Вот. Вот такая красота. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Который из них? Певец из меня никакой певица, но слова подходящие. Так, есть вот этого, показали.
Так, теперь так аккуратно их все прям в бумажки положили. Подождите, сейчас подожди. Так, можно я красненький положу, не хочу туда толкать. Вот так вот рядышком. Вот. А то не съезжают, мне неудобно показывать. Так, вот эти хочу красивые вам показать. Вот это, на мой взгляд, вообще самая роскошь. Деграде. Я помню, что Таня заказала себе такую сумку, а девушка посмотрела прямой эфир из Италии, из бутика. И она пришла с молодым человеком и говорит: я просто в восторге, я не могу, такая там была такая сумка. Я выношу со склада, говорю: вот такая. Она говорит: вы что, волшебница? Я говорю: нет, я не волшебница, но человек заказал эту сумку из эфира, она сейчас ей приехала. И она, говорю, к сожалению, вам не может достаться, она досталась другому человеку, но говорю: вот вам, пожалуйста, волшебство. И мы так смеялись, что она мне рассказывает, и я выношу, говорю: вот это? Как это возможно? Я говорю: ну, это просто эфир был давно, ехала, и вот такая красота приехала. И Татьяне такая сумка досталась, она ее заказала, и вот так вот у нас такая история была. Смеялись все. Ну вот, так просто сложилось, она могла бы прийти раньше или позже, да, когда или Таня уже ушла с этой сумкой, но вот так вот получилось, что просто был такой анекдотический случай. Вот она вся, деграде, это вот эта игуана. Смотрите, переход фиолетовый, синий, да, и вот у нас тут есть такая классотиста, сейчас вот смотрите, какая девочка, вот прям смотрите, какая вот красота. Ой, ну как же классно, господи, как будет красиво вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хоть себе оставь. Руки у меня мёрзнут, таких воронках, мне пальцы мёрзнут. В машине там, что у нас там по времени? Я на машине сегодня. Машина, правда, в Гагаринском стоит. Ой, девочки, ну посмотрите, какая красота. Клач, Соваринский. Ну, это же вообще супер. Ну, кому? Кому такую глазотизу? Не, надо самой такой клач хоть один. Я не знаю, сколько их. Но хоть один такой составить. С варежками этими супер. Наверное, с пальцами даже не так было бы красиво. А тут именно вот сама вот эта стилистика. Как классно. Вот так выйти. Ух! В Италию поеду вот так. Клач возьму и варушки. И по Альбадриатике, по Флоренции буду рассекать. Мачо итальянских удивлять, соблазнять. Руками меня Бог не обидел. Классиво. Холодно, правда, но ничего. Вот такая красота. Кто-то там присоединился как раз на вот этой красоте. Вот так будет красиво. Вот. Деградешка. Надо и правда себе оставить. Вот как раз был 41 тысячу клатч. Такой точно помню. Сейчас вот 27. Я думаю, что принцип тот же. Ручки не вижу. Но вот эту петельку вот вижу. Вот она такая закрасивая. Вот так будет. Смотрите, как здорово. С петелькой. Вот. У меня будет петелька. Варежки. Пальчики. Открытые. Маникюр красивый. Все звезды в гости к нам. Народ говорит, смотрит меня. Я их развлекаю. Вот все не точно у нас. Эфир. Ведущая в очках. Развлекает, веселится сама с собой. Во уж понаписывают. Люди хоть что-нибудь дельное сделают. Хоть продвинут другим людям, повеселиться помогут. А пишут. Вот такую красоту вам предлагаю. Так, подождите, дайте я эту красоту уберу. Я шнурочка тут не вижу. Может, и шнурочек есть? Есть. Как говорят... В знойном городе Харькове брешешь, когда врешь, говорит, ты брешешь. Вот я брешу, как девочка когда-то в Одессе играла, я не брешу. Ну вот, я тоже не брешу, вот шнурочек есть. Вот он, смотрите, шнурочек, как варежки. Вот он, пожалуйста, вот вам шнурочек в цвет перчаток. Ну вот что еще можно желать, что?
Я это смотрю на себя, мне кажется, я помолодела. Глаз не видно от этой сумки. Хоть так и ходи вообще все время. Тюнинг некогда делать. А так очки я делаю, и все, 20 лет минус. Такой клатч взял, варежки одел и на покорение вершин. Ой, какая ж красота, господи, хоть не ставь его обратно. Так. Я не блефую, говорю вам, что чувствую. Ага, еще он какой красивый есть. Нет, этот уже не подойдет. А вот какая красота. Дайте уже варежку красивую сыму. Варежки эти сымаются вот так. Вот, кверху ногами выворачиваются. Вот. Вот так, пальчики. Вот. Вот, все снялось. Без пальцев, которые. Есть еще вот такие к этому. Если кто-то будет, ну, он все-таки больше нарядный, просто, ну, правда, это вот выпендриться именно в таком виде, куда-нибудь пойти, народ удивлять, покорять вершины. Вот. А так вот есть, видите, если уж кому-то носить, и кто-то, правда, носит мало, вот смотрите, как красиво, черный, например, да, вот с красными вот этими точечками. Классно же? А? Красота? Так, я так думаю, я, наверное, все время так буду в очках вам все рассказывать. У меня их несчетное количество. Все не полезло искать, каких только нет. Я уже и забыла про них. А так вот вообще ничего, прям весело. Так, вот смотрите, какой деградунчик вот такой. Но кто любит красненький? Вот у меня и на платье красное. Смотрите, как красиво. Классно. У нас там время нам говорить 11:30. И платье у меня вот правда красивое. Сама на себя любуюсь. Посмотрите, как ремень Викин классно. Красного нету у меня сейчас. Вот как красиво. Вот с таким нарядным платьем. Там в Ютубе не видно юбки. Вот прям как будто я на Новый год собралась. Хоть и в нем правда Новый год один. Очень красиво. Мне нравится. Мне нравится. Вас радую. Сразу видно. Все тоже. Петелька. Вот такая красивая. Шла сегодня, думала, господи, как я вам буду рассказывать. Кого на помощь звать? Лешу. Девчонок Валю с Аней. Девочкам говорю, завтра вы будете рассказывать. Они говорят, мы будем показывать, вы рассказывать. А теперь видите, все это. Как Алла пела, неприятность эту мы переживем. И как она говорила в детстве, сначала питание, а потом воспитание. Хоть она, ну вы ее видели, она вот такая. Ну вот как будто она прям ест день и ночь. Ну вот, вот эти такие фразы крылатые. Снуротик, снурок, петелька. Хотите цепочку? Будет вам цепочка. Знаете, я хоть посмотрю, вот меня не видела, убивала, убивала вчера еще по цепочке. Что у нас тут пришло, это браслеты? Что у нас есть тут? Это большие, нет? Что это у нас тут есть? Звездочки. Сейчас девочки один. Да, это звездочки похожи. Вот то, что я вам говорила, что на эти штуки можно надевать. Ну, вот цепочка. О, вот такая красота. Ну, может, это не сюда, но хотите, можно и сюда надевать. А вот на те кладчики очень красиво. И сюда красиво. Подожди, сейчас нарежу. Вику бедную мучаю. То мне звездочки дай, то мне удлинители дай. Господи, уже какие там они есть? Какие-то 8, 6, 11, 16. Девочки посчитали, что звенья, количество звеньев. Смотрите, как красиво. И вот она о чем я говорила. Вот выше подниму, чтобы было видно. Вот она, видите, именно Марина Криозони. Именно вот эти вот ее, вот видите, логотипчики. Сердечко, как раньше было. Вот они. Вот они. Такой был раньше у нее. Вот такой на косметичках. Вот эти все. Вот смотрите, как красиво. Вот вам обвес модный. Ну и вот вам цепочка, ну, короткая. Хотите длинную, есть длинная. Вот смотрите, как будет вам красиво.
Если петелька, вот вам цепочка. Есть такие длинные. Они, ну, вот такие цепочки. Не буду уж сейчас рыть. Здесь, вот видите, висят вот эти звездочки, логотипы Викины. А есть вот, ну, просто сама цепочка длинная, 1,20 м, вот такая, чтобы мне там не рыться попой кверху в этом ящике. А вот можно, ну, вот просто длинную цепочку, и будьте тогда, ну, вот так на длинной цепочке для кого желающих. Вот это вот сейчас хит, потому что вот этот обвес уже, смотрю, все уже, ну, не только наши, и везде люди по... Вот здесь магнит, вот она как раз держится. Видите, магнит держит, не спадает. Вот, видно, вот так будет красиво с магнитом. Вот, примагнитилась и эта сторона. Потому что там на магните как кнопочка. Вот, золото, серебро есть. Поэтому вот, пожалуйста, и вот эти вот на все сумки, на другие. Вот на клатч я вам на красный говорила, сейчас примерим. Так, один секунд. Ну, эти просто яркие сами по себе. Здесь, может быть, добавки не нужны, они прям вырви глаз сами по себе. Вот, а вот сейчас есть черные, например, я вам покажу. Вот, ну, какие-то другие черные такие, поспокойнее. Вот туда, конечно, будет красиво. Вот, сейчас. Вот. Так, скоба толстовата. Я не буду, просто боюсь, а то у меня еще, мало того, что глаза, нога, еще и ногти будут. А, вот оно магнитится. Вот, смотрите, как красиво. То есть оно все наденется, но уж не буду мучить ни цепочку, ни ногти, ни карабин. Вот так вот будет красиво. Оно просто примагничивается, видите, к этому, к магниту. Вот будет вам такая красота. На черном особенно. Здесь тоже он яркий такой, может, здесь и не нужно. Это большой. А вот на черном, который я вам показывала. Так, сейчас, подождите. Ох, нам тут будем развлекаться с вами. Разных сумок пришло. Смотрите, как будет красиво на вот этом. Задом наперед. Вот. Вот если черный, будет вот так красиво. Она как раз будет под вот этой штучкой висеть. Вот. Не будет мешать открываться клапан. Вот так. И как ручку, пожалуйста. Она будет ручкой, то есть не такая ручка будет, а вот такая вот ручка будет из цепочки. Вот. Будет красивая, уже нарядная вещь. Можно ручку вообще снять и вот так вот ходить. Вот, пожалуйста, клатчик, руку сюда, цепочка, и как использовать ее как ручку. 4000, 3900, я не помню, сколько стоит цепочка. На бордовую можно, на серебристую будет очень красиво. Вот, и на вот эту будет красиво. Здесь же металл, вот такое серебро. Вот, смотрите, как классно. Красота. Можете писать, если что-то хотите писать, я так даже и вижу. Что-то. Вот. Положим пока сюда. Она нам может еще пригодиться. Так, теперь, ну вот, вот как раз вот хотела сказать, что к этим она просто, ну, наверное, вот смотрите, какой красивый кока. Черный. Вот здесь, конечно, она сама просится сюда, потому что такой мрачноватый немножко клатч. Вот как будет смотреться красиво на черном кока. Вот эти именно, они же такие динамичные. То есть вот эти вот брелочки, они подвижные. И вот такая будет динамика у вас в этой сумочке. Вот прям, как видите, вот такие завлекалки, когда это все двигается, да, и вот она вся подвижная, эта часть. Она, естественно, будет внимание к себе привлекать. Вот здесь просто просится сюда эта цепочка. Ну, вот опять же, вот так красиво браслет. Принцип тот же. Веревочка. Опять же, вот эта петелька, кармашек, ну, внутри все для документов, все тоже карманы. Вот эта асимметрия стильная, кармашек сзади, ну
остальное, конечно, вот стильная, классная, роскошная вещь, статусная. Вот такая, такой красавец. $27,000 уже со скидкой. Вот он, вот этот красавец из спеки кальфа. То, что модные тенденции, вот эти жесткие. Ну и, конечно, вот эта сумка, она стройнит. Четкие вот эти формы, асимметрия, острые углы, все вот это геометрическое, оно выстраивает как бы тело, вытягивает, стройнит, придает ощущение аккуратности, такой изысканности. И у кого есть лишние пару килограммчиков, оно нивелирует вот эти вот килограммчики. Это создает ощущение, собирает, как бы сказать, делает тело более компактным, чем вот эти все пушистые. Вот эти все пушистости, они хороши, но они полнят, они добавляют излишней пушистости, округлости. Если хотите казаться немножечко стройнее и компактнее, то вот это все геометрия, которая, она как бы нивелирует эту пушистость, да, и человек кажется стройнее. А если вот кто-то пушистый и еще плюс рюшечки пушистости и складочки, то еще одно накладывается на другое, получается человек более пушистый. Так что хотите быть менее пушистым, вот такой вот кладчик. Ну и опять же, конечно, вот эта вот красота. Вот какая стильная вещь, да, вот когда вот так вот дырочки вот эти, вот что-то такое вот необычное, стильное, да, вот с дырками. То есть вот хочется чего-нибудь такого вот неординарного к таким вещам. Хочется чего-то классного, стильного, неординарного. Не такого, как у всех, как у всех. Не такого, как у всех. Господи, тут и правда такая кожа. Мне люди говорят, трудно мерить. Я говорю, да я сама меряю, удовольствие получаю. Вот смотрите, как классно. Не как у всех. Что-то особенное. И вот сумочка такая со шнурками. Ну, мешает перчатка. И вот вам клатч такой, вот как классно. Хотите цепочечку тоже к нему? Вот эту же, что я примеряла сейчас. И вот будете просто королевой с такими аксессуарами. Вот оно, что мелочи, вот это статус, да, вот можно обычное платье, пальто, но вот такие вещи, они роскошь. То есть вот они показывают статус, принадлежность миру достатка и успеха. Кто-то мне добрый комментарий написал, как, где работать, чтобы покупать такие вещи. Мы все обычные, простые люди, все начинали. Кто-то вот учительницей начинал, директор школы. Кто-то вот сегодня Лена написала, два врача, неонатолога, она и муж, я не знаю. Очень много юристы, риэлторы. Тот, кто много трудится и становится успешным в своей работе. Вот обычные люди покупают такие сумки, трудятся и ценят, что вот аксессуары, они, конечно, играют решающую роль, да, в как бы создании образа. Опять же, человек идет куда-то, да, он себя презентует. И, соответственно, кто занимает такие должности, должна быть хорошая сумка, хороший аксессуар, да, и как бы это тоже показывает статус человека среди коллег и среди клиентов. Так, то есть насколько ты успешен. Кто же пойдет к юристу, да, если у него нет денег на сумку? Ну, кто пойдет к такому адвокату? Никто. Вы же должны показать, что вы человек успешный, что вы можете выиграть процесс, да, соответственно, у вас есть возможность потом за результаты своего труда это приобрести. Если из кожзама клатч, ну, я бы засомневалась, как человек работает в своей отрасли, да, если нет такой возможности. Вот такая красота игуана. Ну, опять же, то же самое, вам повторяю, все это то же самое, вот такая красота. Будет у вас вот к этим вот, которые поспокойнее. Вот вам дополнение. Я их как раз много взяла, потому что я знаю, что к этому будет очень хорошо. Там, например, в бутик Марину Криозони не могли положить, да, но мы люди, скажем, может быть, более гибкие, да, эластичные, поэтому, ну, хорошо, Марина Чемилана, да, премиум статус. И вот, пожалуйста, почему нет, вот так, тоже очень красиво, да, ну, просто цепочка Марина Криозони. То
есть вот такая красота. Вот он лед. Универсальный, спокойный, не яркий, не кричащий, не красный. Кто любит статусные вещи, спокойные. Вот, пожалуйста, подо все. Зимой, летом, как хотите, под любую одежду. Так, стильная, модная бургундия. Великолепная, просто роскошная. Вот тогда кто-то, помню, заказывал вот эти другие сумочки. Маленькие, вот большой не было. Маленькую кто-то просил из девушек у меня. Вот это роскошная бургундия. Самый модный цвет этого сезона. Классный вот такой. Ну, конечно, удивлять народ. Вот он, хамелеон. Вот это уж точно вечерний аксессуар. Вот такой, наверное, надо. Те, конечно, красивые, но у меня такой одежды нет. Фиолетовый, синий, это не мой цвет. А вот это я люблю. У меня и туфли золотые есть. И платья вот такие я люблю. Вот эти вот зеленоватые оттенки. Вот она, конечно, вот такая красота. Деграде, платина. Вот он и браслетик мой по делу сюда вот так подходит. Вот она такая красота. Ремни тоже такие есть. Вон они лежат, я вижу, платиновые. Если вам нужен. Так. Лежат темные. Говорю, лежат. Конс, что ли, им пришел? Не виду. Фуксию вот только виду. Платины не вижу. Может быть, и есть где-то. А вот один лежит. Сейчас, подождите, принесу. Пряжку можно поменять при желании. Вот он, платиновый ремень. Будет вот так красиво. И ремень он будет. Ну, здесь со стразами пряжка. Теперь уже в моду вошла. Вот какая будет красота. Вот он и ремень платина, и клатч платина. Вот так будет комплект на все случаи жизни. Такой красивый. И мешок, и клатч. Пряжку разную можно, но здесь как раз таки она красивая, нарядная. Красивая нарядная пряжка, именно вечерняя. Ремень нарядный. Так, подскажите, чему бургундия? Как, не вижу чего-то там с бургундией. Напишите, пожалуйста, в WhatsApp, потому что не очень вижу, как написано. Вижу, что вы что-то спрашиваете про бургундию. Народ, не хочу пугать. Глаз красный один. Вот, поэтому очки не хочу снимать, вот, чтобы а то у нас тут у всех шок просто был. Все, я-то спокойно, хладнокровно, после моего ребенка я ко всему хладнокровно отношусь. Вот, поэтому что-то вижу про бургундию, да, ну, напишите в рабочий WhatsApp. +7 964 729 11 12. Если под этим эфиром нет, спуститесь в соседние эфиры или там посмотрите, там есть этот телефон. А так могу продиктовать 964 729 11 12. Если вы хотите просто купить сейчас отсюда, чтобы никто не купил, да, напишите прямо сейчас в рабочий WhatsApp про эту бургундию. Вот. Я отложу и это. А, это Инстаграм, он не сохранится. Вот. А в ВК сохраняю. Так, что еще? Вот я помню, что кто-то у меня спрашивал. А, еще не все, подождите. Кто-то у меня просто спрашивал с покупателей вот эту сумочку бургунди, ее никакой не было. Но есть еще вот такая красота. Вот. Есть еще вот эта красотка. Вот эту помню. Тоже как кто-то интересовался. Вот она бургундия. И то бургундия, и то бургундия. Вот такая красивая сумка. Это поменьше, это побольше. Сейчас. Давайте я вам покажу это. На кубики не знаю, сегодня сил хватит или нет еще. Может, кубики и все. Так, вот она все так же сделана. Красота, мягкой кожей подбита. Длинный плечевой ремешок регулируемый.
кармашек для документов, для мелких предметов, телефона. Почистить цену, тоже пишите, тоже вам отвечу на эту сумку. Так, таким образом закрывается кармашек сзади. И здесь очень красивая форма, сумка уже вместительная. Смотрите, какая красота. Вот такая красотка. Так, сюда ставим. Уже, наверное, еще хотела посмотреть, ручка короткая есть. Нет, это крепится сюда ремешок. Это ушки для крепления ремешка. Опять же, маленький логотипчик. Эрланчи Додичи. Марина Чемилана. Так, это я вам показала. Ну что, давайте вот эту красоту посмотрим. А у меня еще воротник поднят на платье. Так, вот такой кладчик у нас есть. Закрывается вот так на магнит. Два отделения. Карман для документов на молнии. Кармашки. Сзади карман. Вот это игуана. Маленький логотип. И вот тоже ремешок удлиняется, укорачивается. То есть вот он здесь, видите, расстегивается, делается более длинным и более коротким. То есть или вот такой коротенький. Знаю, что есть такая обувь. Или делается более длинным перестегиванием вот этой ручки на следующую дырочку. Вот он расстегивается, протягивается сюда, и ручка делается более длинной. Не буду что-то застегивать, до конца еще есть возможность. То есть еще можно сделать более длинный, будет ниже талии. Вот. Пусть идет на место. Так вот. Такая красотка. Тоже четкие очертания, краешки и очень красивая кожа. Ну что, вот эту красоту показываем. Или сегодня просто много красоты будет. Что у нас там по времени? 12, почти 2 часа. Ладно. Вот такие уникальные. Эта сумка уникальная. Их было две. Одна была с зелеными пятнышками, с черным. Это натуральный питон. Это вот стоки, бренды высокой моды. Это сумочка из питона. Вот она становится вот так, как я вам говорила, на бочок. И это вот то, что рассказывала Виктория, что сейчас в Италии просто все заморочены на экологии. Если остается кожа, ее не утилизируют, ее сдают в стоковую кончерею. И там можно приобрести. Вот это кто-то делал для кого-то из бренда высокой моды. Делали вот такую вот интересную кожу с вот такими пятнышками, с чешуйками, серебристую. Вот такая роскошная малышка, длинная ручка. Закрывается она на магнитике. У нас есть человек, который ходит с такой сумочкой, клиентка, у которой вот именно маленькая сумка с зелененькими такими полосочками, пятнышками. Это черненькие. Там пятнышки зелененькие, сейчас видите, я аккуратно положу по-своему. И вот это тоже, кстати, классная сумка. У меня тут вот очень много золотых босоножек праздничных и туфель. И вот у нее еще есть вот такая цепочка. Можно я не буду ее? Вот она у меня в руке. И вот так вот есть еще цепочка. То есть можно носить вот так за цепочку. Прикрепили сейчас. Не буду уже трогать. То есть вот так. Черная. И
вот здесь у черной еще ручка тоненькая, вот так она. Здесь вот точно так же цепочка прикрепляется сюда и получается еще дополняется цепочкой. 38 400, тоже уже цена со скидкой. Тот, кто покупал эту сумку, мы тогда называли ценник из бутика, поскольку это не принт, это не стамп, это натуральный питон. Вот, поэтому эта сумочка стоит 38 400. Сейчас сюда немножко поставлю. И вот их было две. Была вот такая зелененькая, а здесь вот немножко даже он черно-фиолетовый. Вот свет отражает, я вижу, что пятнышки вот фиолетовые такие. Черно-фиолетовые, так, чтобы не потерять цепочку. И застегивается, соответственно, магнитики. Вот куда-то придете, вот так поставите, будете народ удивлять. Она вот так на бочке стоит. Вы не видите, широкая донышко. И сумка вот так в витрине у Виолетты, они стояли вот таким образом на бочке. Вот там люди останавливались, удивлялись, что само по себе сердечко, Венера называется вот эта линия. И, соответственно, вот так вот она стоит на столе везде на бочке. Так, теперь вот ее любимые кубики, которые перешли в следующий сезон. Она не смогла расстаться с этой сумкой. Действительно, сумка уникальная. Вот у Саши такая сумка, знаю. Вот такая красота. То есть это кальф. Вот он как раз кубический. Вот к этой сумке у меня, кстати, есть еще ремешок. Сейчас схожу за ним. Здесь красивая ручка. Мы тогда показывали из бутика. Вот есть и ремень. Здесь фурнитура никель на сумочке. Фурнитура на ремне. Вот такая у нас будет красота. Тогда заказывали специально. Было очень много сумок в цвете фуксия. И вот вам такая будет красота. Сумочка фуксия. Ремешок будет вот так фуксия. И вот полный комплект аксессуаров, хоть черным, хоть белым, хоть серо-буромалиновым. Вот такая будет красота. И в зиму, и в лето. И, соответственно, стоит она вот так на бочке. Здесь уже все модно. Здесь и кальф модный, и цвет модный. И очень красивая форма. Здесь вот такая ручка интересная. Видите, форма интересной ручки. Колечко. То есть, внимание к деталям. Очень красиво сделан бачок. Здесь две молнии. Она удобно открывается. Вот так. Вот так. Вот она, вот такое открывание классное. Кармашек для документов. Для телефона, мелких предметов. Не устаю повторять. Вот смотрите, как удобно. Да, вы закрыли. Так закрылась сумочка. И так второй замочек закрылся. И вот в серединке они сошлись, бегуночки. Хотите, что-то нужно достать? Телефончик или еще что-то? Можно не открывать. Сейчас, секунду, приклеились волосы к помаде. Извините, мне очень приятно. Но делать ничего. Можно, если что-то достать, телефон или еще что-то, то можно открывать один замок. И если не ошибаюсь, мне кажется, что здесь ручку тоже можно было удлинять, если я правильно помню, по эфиру. Ага. Да, здесь вот есть цепочка, которая точно так же вешается за колечки на эту сумку. И если вам нужно удлинить, то кольца расстегиваются. Соответственно, не кольца, а вот эта штучка расстегивается. И прикрепляется сюда кусок цепочки. Получается ручка, половина цепочка, половину кожаная ручка. Вот здесь большие. Кто-то просил тогда у меня именно цепочку от этой сумки. Потому что эта сумочка не маленькая, это ручка ее. То есть вот таким образом. Вот она цепочка. Можно носить и как ручку эту снять. И она тогда будет нарядная на цепочке. Сейчас я покажу. Так.
ручка снимается, и получается, что сумочка уже носится на цепочке. Вот так. Можно просто опускать, и вот как такой классный, нарядный, стильный аксессуар носить. Или же вот более нарядный вариант. Здесь уже цепь такая широкая. Я помню, что девушка просила именно вот эту цепочку. Видите, здесь такое плетение странное, необычное. Таких нет. Вот есть и так, и так. 32 800. Вот этот кубик, он перекочевал и в следующий сезон. Виолетта с ними не смогла расстаться. Вот они вот так вот поставлю перед вами красоток. Вот они, видите, вот они стоят. Так, на бочке. Здесь фиолетовые все-таки будут шли. Вот такой красивый цвет. О! Все упало. Сейчас поднимем. Так. Поставим на место это. Поставим на место. Вот как раз новые пришли косметички. Фиолетовые, люминесцентные. Так, и вот такая красота. Вот она так. Вот она, сумочка. И вот такие же красивые, необыкновенные орешки. Тут уж точно удивлять народ и удивлять вот так. И стоит она вот так. Цепочка просто перевешивает. Так она хорошо стоит. А цепочка тяжелая. Перевешивает. И вот вам вот такой классный комплект. Чтобы все было не такое, как у всех. Я сама радуюсь, как ребенок этому. И вам мою радость передаю. Здесь до конца. Ну, просто пальчики не одела. Еще есть куда двигаться. Вот, смотрите, как здорово. Так красиво получается. Так, сумочка стоит. Бачок. Красота. И это уникум. И это уникум. И опять же, тоже кожи уже такой нет. Цвет просто уникальный. Был Василек. Вот он, пожалуйста, вот такой классный комплект. Можно вот такие, кстати. Вот смотрите, здесь и красный, и голубой, и желтый, и зеленый. Тоже будет вот такая красота. Здесь вот все оттенки. И есть, вот видите, голубенький. То есть будет голубенький, красненький. Будет вообще... То есть и сумки вырви глаз, и варежки вырви глаз. Смотрите, как красиво. Ну, классно же. Вот так. Здорово. Вот они голубые тут элементы, пальчик, здесь много голубого, на этой перчатке красиво. Так. Вот он падает. Опять же маленький логотип. Смотрите, какой красивый цвет. Море, небо, отдыха, солнце, поездки на отдых. Вот он, роскошный кубик. Вот такая ручка. Ну и помните, что я вам говорила, что она здесь расстегивается, и вот эта цепочка, которая висит, она удлиняет ручку. В принципе, мне не сложно, я покажу вам. 32
800. И вот такой какой цвет, прям зимний. Как будет с пальто красиво смотреться. Вот он, зеленый лес Боска. Вот у меня же такое на платье, вот светлые, да, оттенки есть. Я имею в виду более светлые, более пастельные этого леса. И вот как эта сумочка, то есть вот она уже такой уникальный цвет. Можно ее вот и как зимняя. Такая красотка. И у нас две локти вот так красиво. В зиму. И давайте там я вам покажу, как ручка удлиняется хотя бы на той, где уж цепочку прикрепили. Если вот это будет очень красиво с бежевым скэмом, прям вот эти пальто типа Макс Мара. Вот у меня вообще вот такое пальто. Я как раз таки тогда, вот видите, купила Эрмана Шервина. То есть вот как будет здорово вот с этим цветом, да, вот с таким пальто. Представляете, как будет красиво, если пальто и вот такая сумка. Просто будет ядерная и голубая, точно так же будет очень красиво смотреться. Вот. Так, сейчас я поставлю эти сумочки сюда. Ага, и здесь еще, видите, по-разному сделаны крепления ручек. То есть здесь вот это колечко, а здесь пряжечка. Но тоже такая интересная ручка. Ценник 3300 вот у этой сумки. Я не знаю, есть ли здесь цепочка. Она, может быть, и нет, потому что, наверное, нет, ее некуда крепить. Здесь, наверное, она дешевле, потому что только такая ручка. Могу ошибаться. Ну, я просто предполагаю так, потому что я не вижу, к чему крепить цепочку. Думаю, что, наверное, нет. Так, если порыться, ну, потому что здесь кольца. А здесь при желании, конечно, можно прикрепить к самой пряжечке. Может быть, и есть. Надо будет уточнить вот сюда. Вот. Но здесь все-таки как-то она меньше рассчитана. Здесь просто удлиняется ручка вот перестегиванием вот этим. А здесь вот, сейчас я пойду вот эту сумочку. Очень красивая. Я вам покажу. Вот такая красота. Зашумел кулер. Там у нас и холодильник в нем внизу, и вода. Думаю, выключать бы его на ночь, так там холодильник. Не знаю, там лежит что-то или нет. Сужлею я свои ногтики. Так, хватит у меня сил. Упирается в цепочку рука. Может, с этой стороны легче. В общем, такая сумка нужна для того, у кого есть мужчина. Вот здесь она расстегивается, цепочка соединяется, и получается ручка длинная. Половина цепочки, половина ручки. Хотите, сзади будет у вас кожа, впереди цепочка, хотите наоборот. Пытаюсь, здесь вот разрезан, она специально сделана дырочкой, разрезан ремешок, чтобы он расстегивался. Но у меня не получается, мне не на что уткнуться. Вот она здесь, разрез, дырочка. Ну, это уж вам надо мальчиков попросить, кто купит, чтобы вам помогли это сделать. Так, вот эта красота у нас такая есть. Вот такая есть. Зелененькая есть. Так, это вот поменьше размер. Так, теперь вот есть большие и мягкие. Так, это тоже большие. Вот теперь есть вот такие Венера побольше размер. Вот она малышка. Вот она сумочка побольше. Здесь тоже устройство такое же. То есть вот два бегунка сходятся между собой. Здесь мягкая кожа. Вот такая же красивая ручка. Принцип, я думаю, тот же. Расстегивается. Здесь на большой еще сзади есть кармашек на молнии. Да, здесь вот есть цепочка. Ну вот, наверное, мы сейчас можем показать. Я могу посмотреть. Можем посмотреть. А я могу показать.
Здесь кожа более мягкая. Я надеюсь, что здесь я смогу расстегнуть. Здесь автоматом все само вывалилось. Можно ее сюда под шлевку, не буду заталкивать. Вот. Поупражняемся здесь. Девочки, кто сейчас эти цепочки заказывает, вот, а то мне говорили без карабина, они нет, у них расстегиваются вот эти звенья, колечки расстегиваются. Вот. Хотите вот так. Хотите вот так. То есть хотите цепочкой вперед. И кожей перевернуть вперед. То есть как вам больше нравится. Можете носить вот так. Можете носить кожей. Можете носить. Форма необычная. Сумок таких я не видел. Обсуждали мы. Так, сейчас волосы себе все еще повырываю. В эту сторону. Еще секунду. Зацепились. Волосы. Так. И вот получается длинный ремень полностью. Или же вперед 33 700. Ну, или же впереди. Можно вот так цепочку просто надеть для красоты. Сейчас сделаем. Сообразим. Возвращаем все на место. Вот это у меня клок выдернула, да, волос болтается. Ну уж красоту ничем не испортишь. Хуже все равно точно не будет. Если выдернула, я имею в виду из заколки, то буду, видимо, выдернула. Ну ладно, будет как есть. Зацепила за эту штучку. Так. Так вот. Заодно вот цепок. 33 700. Люди особый талант с этими ценниками, они везде лезут. Еще эти хоть маленькие, а то еще и такие три картонки. Вот такая красота. Вот он красивый, смотрите, какой пастельный цвет. Вот у меня тут всякие разные пастельные. Мои вот эти божьи коровки на удачу, что мне с глазом. Тут божьи коровки, муж глаз пройдет. Коровок божьих надела. Вот они у меня на удачу. То есть вот такая красота вам вот так получается красиво. Теперь вот у Ольги такая сумка, я знаю, есть. Так, сейчас я положу на место мешочек на цепочке. Только ей шили отдельно, большой размер. Вот это была элитная кожа, я не помню, Дольче & Габбана, для кого-то, Вика говорила, покупали. Вот теснение вот этого питона, кто-то спрашивал такую сумку. Сумка была дорогая, вот теперь она стоит 3-4 600. Она была 40 с чем-то тысяч. Вот, кармашек сзади. Молнии вот эти идут здесь и здесь. Здесь нет скидки 50%. Это коллекция новая, это бутика, скидка небольшая. То есть здесь вот идет уже одна молния. Вот так закрывается, открывается. И здесь принцип тот же, как я вам показывала, когда расстегивается ручка. Вот здесь и к ней еще крепится такой же кусочек вот с этими пряжками. То есть здесь уже не цепочка, здесь уже вот получается вот такой полноценный ремешок, как я вам показывала принцип, что соединяется две части между собой, расстегивается и получается длинный плечевой ремень. Вот, удлиняется и вот такой замочек здесь. Вот такой стильный, красивый аксессуар из уникальной кожи, заказанный брендами высокой моды.
для своих сумок. Вот так еще и встает эта сумка. Вот красивый синий джинсовый цвет. Можно и цепочку отдельно купить, потом носить длинную, такую вот толстую, 70 сантиметров к этой сумке. Будет очень красиво, если вам нравится любой каприз. Вот теперь такая большая сумочка. Вот смотрите, прям ириска, ириска, конфетка ириска. 32 200 она стоит. Вот этот красивый ремешок. Вот здесь вот уже пытались удлинить. Видите, удлиняется. Тоже все, тот же два бегунка. Вот такой красивый. Это большой размер ириска. Для вот как раз таки коричнево-сливочной гаммы, модной. Вот кальф. И вот так сумочка стоит. Вот такой необычной формы. Будьте уникальны. Выражайте свою уникальность. Свою особенность. Так. Вот еще такой же синий. Я уже допоказываю вам вот эти сумки. Раз эту полочку взяла. И я уже правда подустала. И поздно. Машина еще в паркинге стоит. В Гагаринском. Еще идти страшновато. Так. И вот темно-синий такой же цвет. Вот вам премиальная линейка. 32 200. Вот он темно-синий, гладкий. Кальф, блестящий. Вот смотрите, какая красота. Будете удивлять людей. Ну, господи, ну что ж ты не даешь мне померить моим девочкам. Вот такая сумочка. Странит, собирает тело. Темно-синий цвет. Для любителей синего. Стоит на бочке. Все радости жизни. Так, и вот все вот это, что было, что осталось. По одной штучке нам отдали. Когда просила, не отдавали, оставили в бутике. Вот это кока. Тоже уже кто-то его заказывал. Красивая. Кармашек. Два бегуночка. Принцип тот же, тоже, наверное, цепочка здесь. Да. Вот она цепочка, то есть также соединяется или ручка, и впереди висит цепочка на коко, будет очень красиво. Уже, правда, сил нет, поздно прицепила бы, показала, как красиво. Думаю, что вы и так понимаете, тут сумка сама по себе, смотрите, какая роскошь. Мои, ну что ж ты за наказание? Так. Все потом поправить надо, также не оставлю. И с цепочками все. И вот вам бургундия. В мягкой коже. И вот лед. Серо-голубой цвет. Тоже уже такие сумки я привозила. 33 700. Бургундии не было. Вот этот заказывали. Вот у кого маленькая рука. Вот здесь уже будет просто идеально. То есть будут и варежки по стилистике подходящие. И сумочка вот такая, у кого маленький размер, есть вот такая красота. Еще ремень был бордовый, но уже, правда, не ко льду, уже не носила, честно. Вот такая красотка. А вот вам объединение, вот вам микс. Вот вам, смотрите, фокус-покус. Такая сумочка и такая. И вот, что получилось. Вот кто заказывал у меня тогда. Потом девушка сказала, очень хочу эту сумку, дорого. Вот, смотрите, пожалуйста, как вот тогда говорили вы, волшебница. Нет, я только учусь. Вот она теперь приехала в наш магазин. Вот эта же вот кожа голубая. И только не вот мягкая, а вот бургундия. Клатч, который мягенький. Вот, Виолетта, умничка. Сейчас, подождите, я все положу. Соединила сейчас. Вот эту тоже. И вот получилась такая красота. Показываю эту полочку, потому что уже
Все, еще тут разные сумки. Будем вспоминать, что показывали, что нет в четверг. И вот это красиво. Кармашек сзади. Сумка мягкая. Очень удобно сделано. Удобные ручки. Вместительная. Карман для документов. Телефон, мелкие предметы. Она увеличивается в размере, но чтобы она держала форму. То есть можно, пожалуйста, при необходимости, если вам нужно ее увеличить в размере. Она увеличивается в размере. Ушки сюда засовываются, просто чтобы не торчали. То есть вот она делается больше размером. Можете опять же сюда цепочку повесить за эту штуку. Вот смотрите, какая получается совсем другая форма. На вот эту штучку можете повесить ту же цепочку, которую я вам предлагала. Ну, чтобы уши эти не торчали просто так. Если вы хотите ее, допустим, открыть. Тут уж кто во что горазд. Вот он, пожалуйста, будет вот такая красота. Хотите брелочки? Хотите еще что-то, ушки не торчат. Как будто так вот было задумано. Ну, будет у вас так красиво. Ну и вот, конечно, красивое такое необычное сочетание. Можно вот так ее носить. Можно, конечно, ушками внутрь. Что-то у меня осталось там цепочка. Вот и сумочка меняет форму. Сейчас я стяну все. Вот так. Такая более элегантная, стильная такая красотка. Вот так здорово. Так. Ну и вот вам, пожалуйста, ко всем этим сумочкам на все случаи жизни. Вот такая красота. Так, цена вопроса. 33 700. Вот этой красивой сумки. Вот, наверное, на сегодня хочу с вами попрощаться. Я уже устала. Тут вот пришли разные косметички. Вот такая у Вики прям стоит. Когда мы куда-то собираемся, я на фабрике, она глаза красит, как Алма, и говорит, ты кубуки одеваешь, куда-то далеко пойдешь, шток Вика берется, и я говорю, что, с кем-то будем обедать? Что ты глаза-то красишь, мне не говоришь? Вот, и вот у нее такой просто жирафик стоит. Вот есть вот такая красота, черные косметички. Озадачьтесь вопросом, у этой косметички есть еще вот такая ручечка. То есть вот то, что я вам говорила, по пляжу гулять, как принято. С телефонами, пожалуйста, и в сумку вместе с петелькой. 5 600. 4, потому что без петельки и другая кожа. И вот показываю вам вот эти красивые клатчи. Вот она сделала вам, пожалуйста, говорит, как вечерний вариант. Косметичка вот на петельке. Вот такая люминесцентная кожа. И вот чисто черная, просто вот с кристаллами Сваровски. 6 800. Вот смотрите, какой классный подарок. И косметичка, и сумочка. 6 800. Есть еще где-то остались, ну, вот совсем прям немножко вот таких коробок. Вот таких. Вот они, чтобы их сюда внутрь класть. Вот это для больших, такие для клатчей. Для косметичек есть коробочки меньше. Ну вот такие подарочные они. Это сумочки такие подарочные. Вот еще вот у нас остались. То есть они туда внутрь вот залезают. И ушки вот эти загибаются. Получается вот такой вот, ну, сумочка. Вот что-то еще осталось. Маленькие еще такие. То есть вот это красота. Все, дорогие мои девочки, браслеты, все есть. Все оставляем на следующий раз.
Ну, что я могу показать? Вот эту красоту опять пришла. Вот она, наплак. Вы спрашивали, вон и перчатки. Я себе взяла с наплаком. Не отдам никому. Длинный плечевой ремешок. Вот она, наплаковая черная сумочка. Кто говорил, что вам нужен наплак обуви? 18200. Вот, с поворотным замочком. Наплак, кармашек. Длинный плечевой ремень. При желании, пожалуйста, покупаем цепочку. Вот такая красота. Все. Ага, вот еще что хотела в конце показать. Кто-то у меня заказывал с фабрики вот такие кроссовки. Ну, что-то человеку не подошло. Вот с росписью машинок Жан-Марка. Размер это где-то на 37-36. Маленький размер. Вот скорее 37-36. Вот они все расписные. Вот такие. 36 скорее. Вот две пары. Закупочная цена 70 евро. Ну, грубо говоря, 7 тысяч. Ну, там где-нибудь 1000 за доставку 8. Вот, пожалуйста, можете приобрести. То ли размер не подошел, потому что я думаю, что на них написан размер больше, а они немножко маломерят. Поэтому вот, пожалуйста, видимо, не подошло клиентке. Пожалуйста, можете вот такую красоту себе приобрести. Вот Марина Чемилана написана. Мы эрмочки, додичи. Всяко разно. Вот, дорогие девочки, отработала сегодня с вами, все вам показала. Такие пришли красивые сумки. Очень хотелось вам показать вот эту всю красоту. Прямо практически из миланского бутика. Коллекцию этого сезона, что показывали вам весной. Вам понравилось. Так что до сегодня вторник у нас, до четверга. Буду дальше показывать. Очень много сумок. Видите, там еще вам не все показала. Вон сколько всего стоит. И здесь вот еще поприходила вся вот эта красота. Вон все добро. Так что будем с вами, наверное, смотреть все, что пришло. А четверг, может быть, если не успеем, еще то суббота. Балдрини едет у нас еще в пути. Вот, целую вас, обнимаю. Запрашивайте, что там по перчаткам. Еще что-то немножко осталось. Размеры. А, обещала вам, подождите. Длинные, с нерпой, коричневые красивые, вот эти рыжие, вот такие, такие красные, красные. Так, это все теплое на подкладке. Так. Тут я немножечко все миксовала. Вот такая длинная перчатка. Олива, шнурки черные, шнурки красные, шнурки бордовые. Вот эта бедняга тут коричневая, я ее вытащила. Нерпа. И вот такая вот черная, вот это вот, что подойдет и под ту сумку, что и крока. Вот она такой же получится питон. У вас отделка вот сейчас показывала. Вот к этой сумочке такое, так будет очень красиво. Вот они, видите, перчатки тоже матовая кожа с таким же глянцевым тиснением. Вот. Все, мои дорогие, повешу. Спасибо, что были со мной, что дождались, что смотрели, ждали. Все сохраню. В ВК можно сразу посмотреть, там все соцсети загружу. Вот, до четверга. Люблю вас всех. Спасибо большое. Так, это у нас что, ВК? Так, это Инстаграм. Завершить.
И здесь видео завершим.